Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Шестой день, и забираем свои награды. Так, это нам не нужно. Тут у нас сундук. Ничего хорошего. А здесь что? Тоже ничего хорошего, зимние шины. Все по стандарту. Так, открываем, наверное, сундуки сразу же. Окей, погнали далее. Так, стартовый ускоритель, зимние шины. Здесь нам выпадает. Ага. Это для моноколеса, да, получается? Окей. Так, крылья, ускоритель. На випке у нас не особо сказать, что там что-то крутое на выпало. Так, вышел, вступил, вышел. Что-то входит, выходит. Не пойму, ребят, чё проблема-то? В чем проблема? Так, все спрашивают: Рэй, почему ты только привет пишешь и все? Ребят, а что я должен писать, когда я записываю видосик? Что я должен написать? Демагогию тут устраивать? Нет, конечно же. Это, кстати, касается не только ХКРки, это касается, ребята, и растения против зомби-героя. Если вы заходите и видите, что я играю, то это не означает, что я записываю видос. Я могу и просто играть за кадром. Например, я в данный момент уже дошел до 42 ранга. Вот, ну, как ты видишь, играю я за кадром. Так, что мне нужно сделать? Нам, наверное, нужно поменять вид. Какой-нибудь новенький вид взять. Так, у нас что-нибудь, не знаю, свиное рыло. Но оно было у нас, правда, но пускай будет. Давай рандомно. О, не. Во, во, ребята, то, что нужно. Поехали. Так, ну что, как ты видишь, у нас горные мосты. У нас горные мосты. Твою налево. Давай, 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 давай. Газуй, газуй, родная моя. Так, вот здесь не надо слишком. Ух. Да. Трешово, но быстро мы проехали эту трассу. Попробуем сейчас также здесь. Блин, никакого идеального старта, ребята, не было. Вообще. Давай, 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 давай. Не подведи папочку. И она меня не подвела. Фух. Я даже эти валуны, ты видел, там проскочил. Но опять же, ребята, то, что приземлился на оба колеса, это мне, в принципе, и помогло. Не буду скрывать. Трындец. Тынь-дырень-дырень-дырень. На первом месте. На первом месте, отлично. Так, зимние шины, амортизатор, ускоритель, фляг. Но я думаю, до денег-то мы сегодня до этих наверняка доберемся. А вот насчет дальнейшего нашего продвижения я не совсем уверен. Воу. А чувак-то не шутит, смотри-ка. Блин, нет, 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 нет. Все, там кто-то, ребята, захлебнулся, перевернулся, как я вижу. Так, главное на колесике. Ай-яй-яй-яй-яй, Рэй, ну как так? Посмотри, а на чем он там едет, ребят? Крылья у него. У него были крылья, понял. Ладно. Раз ты доказал, что ты крутой, давай повтори тогда. Главное не смотреть на мою машину, а то я могу, ребята, как обычно. Смотри, у ХКР-ка-то сделала. Так, ну что, мы перелетаем тогда уж. Куда я там лечу постоянно, блин? Вторым. Так, ну по итогу, ребята, я стою сейчас на первом месте, потому что я там приехал вторым. Блин, тут я не знаю, что делать. Он опять сюда лезет. Он опять лезет, ребят. Фуй. Вот это была большущая, огромная, ребята, ошибка. У него сработала, конечно, эта форсажка, но
Она его, по-моему, немножко подвела, мне кажется. Или мне так действительно только кажется. Пожалуйста, не надо меня сейчас. Фью. Я думал, сейчас опять ветром поднесет наверх и разобьемся. Но нет, ребят. Первое место все-таки я заслуженно получил. Так, и арматура, ускоритель, дым. Столичный кубок. Кстати, неплохая трасса. Блин, ребят, как же вот хочется заработать очень много денег и прокачать машину. Серьезно говорю. Я, конечно, понимаю, что раллийка это круто, но хочется покататься и на других машинах. Вот я к чему говорю. Кстати, надо будет как-то, наверное, поездить в приключениях, да? ККМ-ка у нас вроде более-менее так подкачана. Не сказать, что топово, но все-таки. Может быть, я на ней какие-нибудь рекордики поставлю, кто его знает. Я еще к тому же ККМ-ку ни разу не юзал. Нет, юзал, но это было давно и неправда, и она еще была не прокачанная. Да-да-да-да-да-да-да, именно так. И никак иначе. Наверх, наверх, наверх. Опять же, ребята, благодаря нашим колесам. У него, кстати, тоже, он там, смотрю, стоит ускоритель приземлений. Юху! У чувачка ничего не получилось. Пытался вроде бы меня обогнать, но видишь, слабоват, внутришком слабоват. Мне желательно вообще приземляться идеально. Идеально на оба колеса, ребят. Пускай они там понизу шоркаются, да, а мы здесь поверху поедем. Как говорится, нас и здесь неплохо кормят. О! Он проиграл и что-то радуется. Радуйся, радуйся, пока есть такая возможность. Так, что у нас? Ускоритель фляг, тяжело. Кстати, у нас ежедневное задание, это что там у нас? Какие повороты? Какой автобус, господи. 6 гонок выиграть. Сделайте 6 поворотов. Поворотов. Ну, 6 поворотов я в любом случае не сделаю, потому что, ребята, ну, если только каким-то чудом, когда, как этот, японский или корейский фляг. Кто-то, кстати, спрашивал: Рэй, почему ты на третьем канале сейчас не снимаешь видосы? Ребят, ну, вы же видите сейчас, какая фигня. Сейчас везде отключили монетизацию. Сейчас заниматься 3 каналами, ну, это просто нет смысла даже, понимаешь? То есть я буду тратить время, которого у меня и так мало, на 3 канала, поэтому сейчас вот основные — это у меня этот и, соответственно, второй канал. На втором канале в штатном режиме выходят видосики, так что заходите, можете смотреть. И еще раз говорю, ребят, на крайний случай подписывайтесь в Яндекс.Дзен, я вам ссылку оставлял, в сообщество ВКонтакте и, соответственно, Рутуб. Может быть, еще в Бусти будем, не знаю, ребят. От вас я никаких комментариев по этому поводу не увидел. Так что будем определяться с какой-то одной платформой. Да что ты как навозник-то? Едь нормально, ты же можешь, я же знаю. Вот и все, а то начинаешь там туда-сюда мотыляться. Видишь, как все круто. Сейчас уже 6000 монет получим. Опа, подарочек. 5500. Ну, я не знаю, может быть, до сюда доедем. 4000 кубков-то я вряд ли. Или сколько там, 40 тысяч. 40 тысяч я вряд ли сегодня возьму. Нет, если бы я играл бы чисто в нее, то, конечно, бы взял бы, ребят. Но у меня сегодня продолжение бомжа будет. Так что съемки идут. Чувак просто развалился. Не знаю, мне кажется, мотоцикл какая-то фигня. Кто-то мне правильно в комментариях писал. Он, возможно, ребята, возможно, он самый быстрый, да? И в то же время он самый тяжело управляемый. Что, уже проехали 1700 метров? Быстро. Фига, что-то чувак меня тут сделал прямо на финише. Это ненормально.
Это ненормально, друзья. Да ты посмотри, этот мотоциклист там что вытворяет. Кренделя там пляшет, понимаешь ли. Так, сундук получили, ребят. Открываем. Открываем, говорю, сундук. Ну что это? Ну что это за награды, а? Так, крылья, амортизаторы прыжков. Так, выиграть 6 гонок. Угу. Ускоритель приземления. Это у нас для лихача. Привет. Когда видео? Когда видео? Не знаю, ребят, наверное, уже завтра, потому что сейчас уже 11 часов вечера, скорее всего. Ну, почти 11 вечера. Поэтому, как бы, завтра. Наверное, завтра или ночью, посмотрим. Посмотрим, как оно пойдет. Так, что еще-то? А, ну мы хотели с собой до сюда ехать, да? Еще шахты. Еще шахты. Вот такое у нас задание. Блин, ненавижу. Вот, 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 вот. Смотри, 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 смотри. Смотри, как тягач. Ты видел, как тягач? Ох, вот тягач. Ну, есть. Трындец какой-то. Тягач там, блин, летит. Он просто пролетает эти преграды. Я не знаю, как у него это получается, ребят. За счет чего? Я не хочу туда ехать. Я, получается, всех как бы наколол. Правильно оно называется? Наколол? Да? Самый умный. Не поехал поверху, поехал понизу. Ну и, как видишь, выиграл. Птица-говорун отличается чем? Правильно. Умом и сообразительностью. Блин! Я теперь понял, почему он, ребята, летит так быстро. Опять. Но здесь-то я его, конечно, вряд ли возьму. Rush. Ну и все равно я первый. Сосунок еще не дорос до меня. Так, поехали. Поехали, поехали, говорю. Блин, ну чего такое-то опять? Ну что расклеились, блин? Рейчик, там сзади хвостяра за нами едет. Офигеть какой. Нам бы с тобой поддать богоску. Отлично. Сколько ролиек, ребята, участвует. Каждым разом все смотрю, все их больше, больше, больше становится. О, вертушка тут. Как тут. На балансировке, чисто на балансировке проехал. О, видишь? Чисто вот этот вот балансир, буст, и все. Все нормально. Давай-ка здесь попробуем выжить. Все хорошо. О! Ты видел? Поехали вниз. Ага. Все, на одном дыхании. Просто пролетел. Нормуль? Конечно, нормуль. Задание завершено. Получаем с тобой тут 3000 монет. Сундучок. И все. 7000 деталек. Ой, 7000 деталек. 7 деталек нас ожидает. 7000. Если бы 7000 деталек я получил бы, это был бы вообще тут шок-контент. Чё-то я тут все расклеился, друзья мои, непонятно почему. Чё-то там лихач. Кстати, он лихо начал. Очень лихо. Я не знаю, почему он такой скоростной, этот лихач. Но мне не нравится то, что он... Так. Что он какой-то... Им надо уметь играть, ребят. Что, тут одна гонка, что ли?
Ну да, получается, здесь одна гонка. Да хорош, Рэй, ты что делаешь-то? Такие трюки вытворяет, блин, аж прям сердце замирает. Думаешь, ты выглядишь, шею себе свернет на ровном месте. Все, ребят. Вот посмотрим, насколько мы оторвались от всех. Это что-то... Ролейка, да? Да, это была ролейка. Так, открываем сундуки. Угу. Нормально. Болотистая дорога. Не надо, я думаю, никому представлять эту болотистую дорогу. Все и так прекрасно ее знают. Я опять же чуть было на другого кого-то не посмотрел, ребят. О, а чувак там нифига. Найс. Мне вот эта вот машинка напоминает, знаешь что? Наша расцветка. Знаешь, такой рестлер в свое время был? Брэд Хитман Харт. Вот у него шмотка что-то вот типа такого же расцветки было. Ой, я пойду понизу. Давай ты твою налево, блин. Понизу пойду. Так он на форсаже, ё-моё, ребят, он на форсаже ехал. Вот и все, вот тебе и весь ответ. Он просто ехал на форсаже. Он давит свой форсаж, блин. Да чтоб у тебя кончилось горючее. А у него уже почти кончилось, ребят. Офигеть, как он меня сделал. Я не, точнее, как я его не успел сделать. Не по... Опа. Опа. Ну, дали бы что-нибудь путевый, ну... Так, ну что, ребят, фабричный кубок у нас с вами. Да, тут уже не на шуточку гоночки, ребят. Кстати, он тоже ехал на форсаже. Но он, по-моему, его не применял. Но я, по крайней мере, не видел, чтобы у него там... А, не, вижу пламя. Вижу, ребята, пламя. Твою налево. Конечно, на форсаже хорошо ехать, когда горючку берешь. И тому подобное. Особенно вот здесь. А вот тут форсаж ему очень может сильно навредить. Потому что он может лететь. И если его притянет этот магнит, он просто разобьется. Это то же самое, что когда мы с тобой ехали на нитро. Мы во время прыжка брали то самое нитро. И просто разбились. Просто разбивались, потому что очень быстрый у нас, как тебе сказать-то, ну, очень быстрая скорость была, и я просто не успевал ничего среагировать, и мы врезались. А вот тут все отлично. Тут все вообще великолепно. Ну, давай мне детальки. Блин, форсаж, ну почему на танк? Ну почему на меня не выпало, а? Что, у нас босяцкий, что ли, будет сейчас? Нет, ребят, никакого босяцкого не будет. У нас будет сельский кубок. Понимаешь, сельский кубок у нас будет. Ого. Давно я не видел вот этого вот. Как его назвать-то, даже не знаю. Трактор, что ли? Ты смотри, что. Ты гляди. Это что такое? Это что у него-то? А, ну опять же форсаж, ребят. Опять же форсаж. Видишь, он пролетает вот эти все ямки именно на своем форсаже. Вот тут хорошо он, когда подлетает, форсаж у него срабатывает. Он горючее сейчас возьмет и опять будет буститься. Ну, уже поздно, я тут первое место занял.
Но все равно, ребят, он вторым приехал. Так, а вот сейчас будет решающий. Либо первое, либо второе место у нас. Блин, горючее ему. А, сейчас возьмем. Сейчас бустанется, ребят. Хоть у меня и этот срабатывает, как он. Нет, смотри-ка, мы взяли, переплюнули. Переплюнули, а он там, смотри, кренделя наяривает. Ну, глубоководная гонка, погнали. Посмотрим, что у нас тут получится. Ну что, где остальные-то все? Правильно, эти бочки надо аккуратненько. Тихо. Окей. Так, здесь. Ребят, ну нафига его так я делать стал, а? Ладно. Ну что там у нас, какое? Тут уже придется заезжать. И вон там уже финиш. Тьфу. Круто, круто проехал я эту гонку. Фиг знает, сколько шансов было разбиться. Но, как видишь, не разбился. Ну что, наверное, последнюю гоночку сделаем. В следующем видосике, я думаю, мы с тобой возьмем 40 тысяч кубков. Наверное, так будет. Нормально, да? Вот это я да. Стоп, стоп, стоп. Окей. Че, опять что ли одна гонка? Не могу понять. Но я тебе скажу следующее. Я эту трассу сейчас проехал просто идеально, согласись. Просто круто. Так, ну что, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. В следующей серии возьмем с вами 40 тысяч. Ну и... там сундук у нас еще будет. Так, напишем завтра. Завтра. Вот. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.